Качественное топливо, уютное кафе, приветливый персонал, а также мечеть и детская площадка. Все это на территории новой многотопливной автозаправочной станции, которая открылась на южном выезде из Махачкалы. Кроме газа, бензина и дизеля стандарта Евро-5, здесь представлена и колонка для заправки электромобилей. Все подробности у Асель Манаповой. Многотопливная автозаправка фирмы «Европетрол» официально открыта. Современный дизайн со светодиодным освещением создает комфортную обстановку для автолюбителей. В магазине можно приобрести не только все для автомобиля, но и продукты, напитки, предметы личной гигиены. Появилась и уютная зона кафе, где можно выпить кофе и перекусить. Дело в том, что в целом в мире современная АЗС – это уже давно часть общественного пространства, который подразумевает решение нескольких задач потребителя. И топливо, то есть сам процесс заправки автомобиля, является здесь приоритетным, но не главным. Наша концепция создает условия для комфортного удовлетворения целого ряда потребностей. Качественная еда, недорогой и очень качественный кофе, другие напитки, санузел с необходимым количеством кабин, в том числе отдельно для детей и людей с ограниченными возможностями. Также имеются рекреационные зоны и большая огромная дополнительная парковка. При этом мы ставим цель, чтобы клиент получил от встречи с нами и эстетическое удовольствие. Мы создаем атмосферу, а это новый этап в технологиях предоставления услуг. В целом, принцип нашей работы отражен в нашей рекламе. Безупречное качество топлива, еды и сервиса. Надеемся, мы не подведем наших клиентов. На территории комплекса более 150 парковочных мест. Заканчивается строительство мечети, торгового комплекса с гипермаркетом продовольственных и непродовольственных товаров, бытовой техники и электроники. Сегодня в Дагестане ни для кого-то не секрет, что огромный поток туристов хлынул в Дагестан. А это направление, у нас южное направление, очень удобное расположение АЗС. Если сказать одно АЗС, это будет неправда. Здесь целый комплекс. Мы буквально в смысле прошли, сделали такую экскурсию и увидели что-то необычное. На данной АЗС можно приобрести качественное топливо любого типа и марки. Также появилась возможность заправлять еще и автомобили на электротяге. И, как пояснили представители компании, это можно будет сделать абсолютно бесплатно. Пока электромобилей в Махачкале мало, но здесь работает на перспективу. Республика нуждается в качественном топливе, которое отвечает всем экологическим требованиям. В первую очередь Евро-5 и другие. Но здесь отрадно отметить, что именно на этой станции, наверное, одна из немногих точек, где могут еще заправляться электромобили. А мы уже знаем, что эти электромобили – это будущее, это самый экологочистый вид транспорта. Поэтому очень, повторюсь, отрадно, что у нас в республике появляются такие точки, такие автозаправочные станции, которые не только качественное топливо предоставляют, но и создают условия для развития сетей автозаправочных станций для электромобилей. В честь открытия 3 дня подряд с 25 по 27 декабря Европетрол дарили всем клиентам бесплатные купоны на бензин, блюда ресторана и кофе. Ну и, конечно, угощения, призы и подарки. А вот я заправился 30 литров, и мне, как они дали, на 10 литров вот этот талон. Любое время с 1 января до 1 февраля могу любой замана получить 10 литров бензина. Первыми клиентами заправочной станции стали не только мужчины-водители. Сегодня мы приехали на открытие заправки по приглашению наших друзей. И хочу заодно заправиться, потому что наслышано, что топливо высшего качества, лукойловское, потому что для меня это очень важно, чтобы машина была заправлена высшего качества топлива. Персонал АЗС прошел необходимое обучение. Здесь предусмотрено все – от камер видеонаблюдения до тревожной кнопки. В случае чего службы спасения будут оповещены в автоматическом режиме. Асель Манапова, Салман Гитехмаев. Новости ННТ Махачкала.